Попадая за решетку сначала в следственный изолятор, осужденный попадает в карантин. Там он проводит 10 дней, пока медики проводят необходимые исследования, тесты на туберкулез, ВИЧ и другие заболевания. И только после отправляют подозреваемого, обвиняемого или осужденного в камеру. Статистика показывает, каждый 10-й из тех, кто попадает в зону, ВИЧ-инфицирован. Это высокий показатель. Это происходит обычно на второй день их поступление в следственные изоляторы, проводится углубленный врачебный осмотр и осуществляется забор крови из вены на все инфекции, имеющиеся. Это сифилис, гепатит, гепатиты и в том числе ВИЧ-инфекции. 100% обязательное обследование. Терапия от вируса иммунодефицита человека пожизненна, но бесплатна. Поэтому больного снабжают всеми необходимыми препаратами. Регулярно берут кровь на исследование, чтобы оценить динамику. Но не все осужденные рады лечению. Некоторые пациенты отказываются лечиться, объясняя свой отказ тем, что они себя хорошо чувствуют. Кто-то в связи с тем, что ранее у него был неудачный опыт начала лечения, и он плохо по каким-то причинам переносил лечение. Но наши препараты достаточно сложные в этом плане. В той или иной степени они все обладают побочными явлениями, поскольку они выполняют достаточно серьезную функцию. Они борются с болезнетворным возбудителем. Некоторые пациенты переносят терапию очень легко, как витамины принимают. Некоторые тяжелее. Но дважды в день лекарства пить нужно, рассказывают медики. ВИЧ уже давно не считается приговором. С этими людьми, кто имеет подтвержденный диагноз ВИЧ-инфекции, нуждается в этом лечении на сегодняшний день. Активно работает, проводится целый комплекс мероприятий. Активно работает медицинская служба, в первую очередь лечащий врач, начальник медицинской части. К этой работе подключается психолог, психологическая служба нашего следственного изолятора. И в большинстве случаев нам все-таки удается убедить человека в том, что он должен принимать эту терапию в первую очередь в своих интересах, в интересах своего здоровья. Медицинскую тайну ВИЧ-статуса врачи не разглашают. Право осужденного решать, обнародовать эту информацию или нет. Содержатся осужденные с ВИЧ-инфекцией в общих помещениях. Лечение им оказывают полное и своевременно. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ, Иваново.